Друзья, добрый день, отель Стелла де Мара, Шарм-эль-Шейх. Рейтинг отеля на сайте Топ Хотель 4.74. Расстояние от аэропорта Шарм-эль-Шейх 15 километров 35 минут езды. Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Друзья, по вашим многочисленным запросам, с очередным видео даем стоимость тура в отель из расчета на неделю, на двух человек. Из Минска можете улететь за $1374, из Киева за $1115. Напоминаем, что цена меняется динамически и актуальна на момент выкладки. Хотите узнать больше? Свяжитесь с нашими менеджерами на сайте viking.by. Это у нас лобби, большое, красивое, все здесь хорошо, цветочки на входе, охрана работает, проверяют сумки. Просто так не попадешь сюда. Значит, отель Стелла де Мара. Не знаю, какой-то тип номер, скорее всего, стандартный. Давайте покажу, что здесь есть. Пока мы не заселились. Здесь есть два халата, тапочки. У нас боковой вид на море и вид на бассейн. Есть сейф, конечно же. Вот он. Вот, извините, света нету. Стоит большой плазменный телевизор. Старые модели. Есть чайный уголок. Две бутылки воды. Две кровати. Отдельные. Здесь такое кресло с пуфиком. Большой балкон. Вот он наш балкон. Балкон к соседям. Можете посмотреть, что там. А, это даже, наверное, не к соседям, а на общее лобби. И вот вид боковой на море. Значит, вот это санузел. Хорошего уровня отель, номера хорошие, душ, вот видите, ванна, раковина. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Это главный ресторан, здесь проходят завтраки, обеды и ужины. Посмотрим, что сейчас на завтрак дают. Стелла де Мара отель.
нас сверху находится волейбольная площадка и рядом теннисный корт. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.